Материально-техническая база 170 школ Тверской области улучшена по региональной программе в 2019 году. Благодаря экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в рамках программы более 3 400 000 рублей были направлены на проведение мероприятий в 27 образовательных организациях Верхневолжья. Распределение субсидий из областного бюджета произошло по заявкам муниципалитетов. И на следующий год, наверное, работа будет более комплексная. Глава администрации муниципального образования, заместитель по соответствующему направлению по образованию должны провести инспекционные поездки и посмотреть, что еще необходимо сделать или отремонтировать. Сейчас средства распределены между Вышневолоцким и Кашинским городскими округами, Ржевом, Западнодвинским, Калининским, Кесовогорским, Кимрским, Конаковским, Краснохолмским, Лихославльским, Старицким районами. Для 16 образовательных организаций будет приобретено новое столово-кухонное оборудование. В 10 школах выполнят мероприятия по комплексной безопасности. В одной проведут капитальный ремонт инженерных сетей.